Сергей, только один комментарий. Вот я полностью согласен с Игорем Евгеньевичем. То есть, как в пословице говорят, рыба ищет где глубже, а груз ищет где дешевле. Поэтому с этой точки зрения борьба за конкурентоспособность будет продолжаться. Но воодушевляет то, что когда руководство страны и президент определил задачи по СНП, вот принцип конкурентоспособности, он был достаточно явно продемонстрирован. Но я хотел о другом. Вот Северный морской путь, новые вызовы, но устойчиво на курсе. Я хочу продемонстрировать это одним фактом от вчерашнего дня. Вот руководство «Новатэка» вчера на совете проинформировало, что вот в июле этого месяца мы на глазах из ничего сформируем два крупнейших газовых хаба в Мурманске и в Петропавловск-Камчатке. Суммарный их мощность будет в районе 25-30 миллионов тонн. Это по советским понятиям внекатегорийный порт, который возникает вот на ровном месте. И он бы не возник, если бы эта работа не была конкурентоспособной. В этом, но самое важное, что первый будет называться «Саам», а второй будет называться «Коряк». В этом смысле хорошо, что вы вспомнили про местных народ. У них надо учиться хозяйствовать в Арктике.